Сегодня сотрудники ГИБДД провели очередной рейд по проверке грузовых машин. Водители просили предъявить путевые документы, а также проверили соответствие конструкции транспортных средств техническим требованиям. Обязательно и наличие тахографов, которыми по федеральному закону должны оборудоваться грузовые машины индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. За нарушение требований к транспортным средствам водителям и владельцам автомобилей применяются штрафы. Отделом Государственной инспекции безопасности дорожного движения по городу Анапе проводится профилактическое мероприятие «Грузовик», в рамках которого инспекторами отдела технического надзора ведется проверка грузовиков на линии, значит, соответствие их документации. На транспортном средстве категории С, которые принадлежат индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, значит, должны быть документы, такие как путевой лист. При перевозке груза это должна быть товарно-транспортная накладная. Также транспортные средства оборудуются согласно статье 20 Федерального закона 196 тахографами. Значит, ну и соответствие конструкции транспортных средств при перевозке, то есть не нарощенные борта, не увеличенная масса там грузоподъемности, какие-то дополнительные опции, которые водители сами пытаются сделать для своих автомобилей, недопустимы. За отсутствие путевого листа, если водитель будет управлять, штраф 500 рублей предусмотрен. Также инспекторами отдела технического надзора составляются два протокола за невыполнение требований о проведении предрейсовых медицинских осмотров и предрейсового контроля технического состояния транспортного средства, что влечет на водителя административный штраф в размере 3000 рублей за каждое нарушение, на индивидуальных предпринимателей, либо юридических лиц, если транспорт принадлежит им, там наказание 30 тысяч рублей за каждое нарушение.